Сегодня в Санкт-Петербурге презентовали итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах Чувашии. Чувашия по-прежнему входит в двадцатку лидеров, но в этом году республика заняла 19-е место, опустившись на 2 строчки рейтинга. Итоги рейтинга оси озвучены. Они, можно сказать, не сильно нас радуют, но вселяют оптимизм, потому что есть, где мы очень хорошо продвинулись. И это, прежде всего, те направления, которые мы реализовываем через создание центров компетенции и централизацию функций на республиканском уровне. Их очень хорошо бизнес оценивает, дает очень хороший эффект. Но есть направления, которые провалились. И здесь, к сожалению, вот эти направления, которые провалились, они лежат в плоскости взаимодействия с территориальными управлениями федеральных органов исполнительной власти. И мы, конечно же, сделаем очень тщательные выводы, проанализируем и переиначим нашу работу. И очень плотно будем взаимодействовать, прежде всего, с бизнесом. Это не повод там думать, что мы стали хуже. Нет, это повод, опять же, еще раз взять и посмотреть, какие задачи мы будем решать вот в этом году, с тем, чтобы через год посмотреть, как мы смогли улучшиться. В прошлом году самые-самые большие были показатели отрицательные, это именно по подключению к сетям, электрическим сетям, к системе водоснабжения и административное давление на бизнес. Кстати, да, мы здесь тоже показали значительный рост, снизилось административное давление на бизнес. В стране мы на 5-м месте, все регионы тоже что-то делают. Они вкладывают и ресурсы, дополнительное внимание на то, чтобы и свои позиции понять. Ну, так скажем, конкуренция в этом рейтинге, она постоянно растет, и точно нельзя успокаиваться, думать, что ты все, закрепился на 17-м месте или там на 9-м. В 2020 году мы были на 38-м месте. А что закрепился, и все, ничего делать не нужно. Наоборот, для нас это дополнительный стимул.